Ну вот, девочки, такие у нас булочки. Посмотрите, какие они мягкие. Вот сейчас я вам разорву ее. Мягкие такие. Прям такие воздушненькие. Вот такие булочки получились, которые мы кунали в тесто. Ну что, девчонки, на сегодня все. Видео прервала. Попробовала булочку. Хрустящая. Такая прям вообще хорошенькая. Поздравляю вас с наступающим днем матери. Желаю вам самое главное здоровья. Не болейте, не грустите. Встречайте праздник с веселым настроением. Пусть ваши детки вас любят. Всем мамочкам желаю. Не только завтра, а вообще по жизни быть любимыми своими детками. Ну, чтобы вас мужья не забывали. Всего вам доброго, девочки. Пока-пока.